27 мая Дмитрий Медведев официально вступил в должность президента. По улице Октябрьской отныне украшает памятный знак. Здесь с 1960 по 1968 год проживал Павел Эдуардович Зурков, профессор Магнитогорского государственного металлургического института, доктор технических наук, крупнейший ученый в области горного дела. На открытии мемориальной доски побывала Юлия Никифорова. Честь открытия мемориальной доски предоставили правнуку Павла Эдуардовича Зуркова, юному Данилу, и внуку, преподавателю кафедры открытых горных работ Ивану Евгеньевичу Зуркову. В нашей семье приятно, что память о деде жива. И надеемся, что будет жить долгое время. Спасибо большое вам за внимание, за то, что пришли, за теплые слова. Павел Эдуардович Зурков, профессор тогда еще Магнитогорского государственного металлургического института, доктор технических наук, основатель кафедры подземных разработок полезных ископаемых. Горное дело – это дело его жизни. Им была создана лаборатория сейсмики, одна из первых в стране. И он изучал именно сейсмическое воздействие горного производства, взрывов на окружающую среду, создание различных защитных методов. По технологии буровзрывных работ известно огромное количество работ. Дальше есть работы по проектированию открытых железных рудников. Работы Павла Эдуардовича Зуркова актуальны и сегодня, спустя 40 лет после смерти автора. А его ученики трудятся практически на всех горных предприятиях Урала. Очень приятно, что мы начинаем возрождать вот эти старые добрые традиции, когда подобными мероприятиями мы увековечиваем и закрепляем память о наших знаменитых земляках. Юлия Никифорова, Александр Гончарук, телекомпания ТВН.